What is happiness for you? Доброго времени суток. Обещал рассказать, как закашивать агар в пробирках. Вот сейчас это делаю. Для этого будет необходимо вот такое элементарное приспособление, пластиковый штатив. К нему приделаны вот такие ножки или подставки. Их можно регулировать таким образом, чтобы выставить тот угол, который будет необходим для закашивания. Для этого помещаем штатив на стол. Пробирки предварительно, вот ту банку, что вы видели постоянно в кадре раньше, она здесь находится не зря. Мы в ней повторно разогреваем стерилизованные пробирки. Теперь перемешиваем среду пробирки, она немножко еще охлаждается. И помещаем вот в этот штатив под правильным углом. В таком положении оставляем пробирки на некоторое время, до тех пор, пока не застынет агаровая среда. Помните, что агаровая среда, она должна быть закошена, но она не должна касаться ватной пробки, иначе она будет так инфицироваться. В таком положении ставим пробирки на некоторое время, установим камеру и через некоторое время посмотрим, что из этого всего получится. Ждем. А вот сейчас давайте посмотрим, что у нас получилось. Вуаля! Бумажка здесь для копирайтеров, которые копируют мое видео и выдают за свое на своих каналах. Вот, видите? Агар закошен и готов сейчас к переходу на инкубацию. В течение 2 недель будем наблюдать, насколько чисто он сделан, насколько стерильна среда. Дальше желательно сделать вот такое мероприятие. Все-таки поместить его в какую-то более защищенную емкость, и порекомендую, чтобы это все хорошо зафиксировать, переместить его буквально на несколько минут в холодильник или в прохладное место, и после этого можно спокойно его ставить для дальнейшей инкубации. Всего хорошего, с вами был Макс Аллер.